прошедшую субботу в Нарве прошло очередное мероприятие из целой серии, приуроченных к столетию Эстонской Республики. На этот раз, в том числе и в рамках проекта «Нарва. Осенняя столица», талантливые дети исполняли хиты, которые в разные годы звучали со сцены конкурса Евровидения. На сцене Дома детского творчества выступали юные звездочки из таллинского музыкального театра «Сакала» и нарской вокальной студии «Пясуке». Проект «Евровидение. Поют дети» – это возможность прикоснуться к творчеству эстонских авторов, дать песням, которые звучали на Евровидении, представляли нашу страну, новую жизнь, юную жизнь. Дети готовились с азартом к этому мероприятию. Мы вспомнили и старые мелодии, и дали новую жизнь хитам, которые звучат по сей день. Надеемся, что зрители были очарованы непосредственностью и талантом юных исполнителей. Зал был полным, и публика действительно очень тепло принимала всех участников этого зажигательного концерта, ведь все без исключения песни для зрителя давно стали хитами. Сегодняшний наш концерт посвящен столетию Эстонской Республики. Мы хотим выразить особую благодарность Нарвскому отделу культуры, который нас всегда очень хорошо поддерживает, дает стимул ребятам, дает возможность выступать, развиваться и помогает не только в материальном плане, но и в духовном. Большое спасибо, и очень хочется надеяться на дальнейшее будущее содружества в творчестве и росте наших детей. Евровидение «Поют дети» – это первое подобное творческое мероприятие, которое стало подарком к столетию Эстонии. Пройдут годы, и кто знает, может кто-то из участников этого мероприятия представит нашу страну в самом настоящем международном конкурсе «Евровидение».